Во Дворце культуры «Молодежный» пятый день подряд идут волейбольные баталии. Юные спортсменки из Омска, Новосибирска, Красноярска спорят за победу в турнире на призы правительства Омской области. И сейчас на паркете идет борьба за бронзовые медали состязаний. Девушкам из новосибирской команды «Импульс» и Омского аграрного университета хватило трех партий, чтобы выявить сильнейшую сборную. Победили хозяйки площадки. Я первый раз принимаю в нем участие, потому что я еще только второй курс. И вот первый раз мы выступаем на этом турнире. Ну, мне понравилось, очень сильные команды на самом деле. Хоть они как бы и помладше нас, да, но очень сильные команды, мне очень все понравилось. В этом году в соревнованиях приняли участие 6 команд. Ежегодно в Омск съезжаются любители волейбола. Интерес к молодежным командам есть. На этой площадке они могут как реализовать себя и завоевать медали, так и заявить о своих возможностях, приглянуться тренерам женских команд регионов. Мне очень понравился турнир, так интересно было играть, очень достойные соперники. И организация тоже очень хорошая. Как команда себя ваша показала? Все ли планы удалось воплотить? Нет, далеко не все планы. Мы ожидали большего от этого турнира. Но так как это наш первый опыт, думаю, в следующий раз будет лучше. Итоги турнира таковы. Юные волейболистки «Амички» выиграли. Девушки провели 5 матчей и во всех одержали победу. У нас как бы изменился состав тренеров. Мы стараемся поддерживать форму, ну и стараемся делать все, что нам скажут. А в то, что вот не первый год уже выигрываете, в чем секрет, может быть, успешности вашей дружины? Ну, не знаю, может быть, как-то мы сплотились, на тренировках стали больше пахать там. Тренер изменился у нас, да. Она дает очень хорошие упражнения, которые помогают нам раскрыться. Второй стала команда «Юность» из Красноярска. На третьем месте – студентки Омского государственного аграрного университета. Специальными призами отмечены лучший игрок турнира Мария Богатырева из Красноярска, лучшая нападающая Виктория Пушина из «Амички». Приз зрительских симпатий получила Кристина Куслина из Новосибирска. Наши поздравления.